по системе MLM уже почти век продвигают товары народного потребления, посуду, косметику, пищевые добавки, финансовые услуги, пылесосы, автомобили. Все, что можно себе сейчас представить, все, что можно купить в магазине, много различных товаров и услуг. Ходят всякие предрассудки про сетевой маркетинг. Начну с того, что сетевой маркетинг официально внесен в государственный реестр официальных профессий, как сетевой менеджер или менеджер сетевого маркетинга, профессия 06-1100. Какие же преимущества, чем же хорош сетевой маркетинг? На сегодняшний день давайте посмотрим. Кто-то говорит, что это пирамида, кто-то говорит, что это какой-то несерьезный бизнес. Ну а если посмотреть на сегодняшние цифры, годовой оборот MLM-бизнеса на сегодняшнем мире превышает 200 миллиардов долларов. Занятых людей, которые профессионально работают в MLM-индустрии, на сегодняшний день более 100 миллионов человек, которые работают профессионально. Каждую неделю в мире рождается 2 долларовых миллионера именно в MLM-бизнесе. Но давайте посмотрим, что это такое. Ну, во-первых, сетевой маркетинг, он подходит абсолютно всем. Независимо, сколько тебе лет, независимо, какой ты веры, гражданства, вероисповедания, абсолютно не зависит от этого. Сетевым маркетингом может заниматься каждый. И обратите внимание, если на сегодняшний день тебе 40 лет, 45, такому человеку уже трудно найти работу. Военнослужащие, которые ушли в запас, которые уволились, трудно найти работу. На сегодняшний день, если тебе уже 50 лет, ты вообще никому не нужен. Возможности зарабатывать нет. Пенсионеры, студенты. Если ты сейчас приходишь после института на работу, ты приходишь на какую-то низкооплачиваемую должность, и для того, чтобы тебе стать топ-менеджером, тебе нужно потратить в среднем 10 лет. От 10 лет, чтобы ты стал топ-менеджером и пришел на хорошую зарплату, на хороший заработок. В сетевой индустрии до заработка топ-менеджера достаточно 2-3 года. И заработки достигают 50-100 тысяч долларов в месяц. Причем в MLM-бизнесе таким заработком никого не удивишь. Это нормальный заработок для топ-менеджера в MLM-компании. Давайте посмотрим. Если человек остался без работы, если человек на сегодняшний день причина увольнения, либо человек что-то не подходит, либо возраст. Сейчас работодателям нужны молодые сотрудники, которые можно управлять, которые никуда не уйдут, и можно немного платить, и они управляемые. А те люди, которые созрели, которые уже в возрасте, как правило, по возрасту их увольняют с работы. Куда идти? Куда устроиться на работу? Какой выход? А если не сетевой маркетинг, то что? Смотрите, для того, чтобы устроиться куда-то на хорошую должность, во-первых, нужно иметь образование. Во-вторых, как правило, везде нужен стаж, везде нужен опыт работы. Во-вторых, нужно строить карьеру 10-20 лет для того, чтобы достичь хорошего заработка. В сетевом маркетинге на сегодняшний день люди достигают успеха и в пенсионном возрасте, и в молодом возрасте. Независимо от того, какое у тебя образование, какой у тебя опыт, в сетевом маркетинге тебе дают возможность зарабатывать. При выборе сетевой компании вы можете всегда обратить внимание на два момента. Первое, какой продукт предлагает, есть ли конкуренция на рынке, есть ли спрос на этот продукт, это первое. И второе, уважающие в нормальной компании должна быть выстроенная система образования, выстроенная система обучения или своя академия. Если есть обучение, это хорошая компания. MLM-бизнес – это бизнес для всех. Может быть, это бизнесмен, может быть, это пенсионер, может быть, это военнослужащий запаса, который ушел на пенсию, а может быть, это студент. Это бизнес для всех, которым могут заниматься все в любом городе, в любом месте. Возможно, строить карьеру, самореализоваться. Самое главное, чтобы получать образование и иметь какой-то рост. Во-первых, все сетевики постоянно учатся. В нормальной, уважающей себя сетевой компании идет еженедельные тренинги, ежемесячные, постоянные семинары, работа над личностным ростом, ораторским искусством, постоянное обучение менеджменту, постоянное обучение продажам. В любой уважающей себя компании есть постоянная система личностного роста, достижения карьеры, система вознаграждения, путешествия. MLM-бизнес – это бизнес, который дает возможность любым людям в любое время реализовать свою мечту, получить от жизни то, что он хочет получить. Это бизнес, который миллионам людей дает возможность заработать кусок хлеба. Миллионы людей получают от жизни то, о чем они мечтают.